И смотрите, какая красота. Вы видите? Вот такая радуга. Por fin llegamos en Chinchero, señoras y señores. И идем в какой-то музей. Посмотрим. И потом опять зайдем на рыночек на какой-нибудь. В общем, посмотрим, что тут вам покажу. Сама не знаю, что. Фу, уже устала ходить целый день, если честно. Как всегда, продают всякие красоты. Чинчера находится на высоте 3800 метров над уровнем моря. Так что мы опять поднимаемся и делаем эхерсисио. Смотри, какие красоты. Construido sobre muros antiguos. Por eso se le considera un museo viviente todavía. Этот город считается как бы музей под открытым небом, потому что конструирован дома, сконструированы все из камней, как вот я вам говорила, и в Аяттайтамбу, что дома построены еще с 15 века, и они все в хорошем состоянии. То есть представляете, как строили? Ой, какая шапка суперская. Посмотрите, какая красота. Просто. Вот смотрите, здесь люди вяжут и продают. Ой. Muy bonito. En estas plazas, al finalizar va a verlo. Sí. Muy lindos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 120. 120. Sí, bonito. Sí, bonito. Vamos a ver, hacemos una vuelta. Miramos todo. Aquí está aquí рюкзачки. Зайдем сюда, зайдем вовнутрь. Какая красота. Была бы моя воля, я бы вообще все скупила. Мне очень нравятся всякие эти штучки. Señora, un ponchito llévese. Los arques. Ahí está el significado. ¿No? También... Por ejemplo, hoy en día se ha demostrado de que la primera revolución en América se ha realizado acá en el Perú, en el Cusco, con el famoso Túpac Amaru. Más de 50.000 guerreros han participado en esa revolución y ha terminado con la emancipación, ¿no? Con la famosa batalla de Ayacucho. Вот этот колониальный городочек. Да?
красивой. Что ты? Выращивали здесь коку на этих террасах. Тут на фотоаппарат. Мы остановились в одном месте. Вы не догадаетесь, что здесь. Смотрите, это второе место в мире. Есть в Японии и здесь в Перу только. Отель на вершине горы. Нет даже никакой дорожки. Представляете, то здесь только альпинисты могут. Как будто бы есть дорожка, но это не дорожка как таковая. То есть люди так простые люди, куда, конечно, не могут подняться. Только альпинисты. Представляете? Я не знаю, сколько интересно сделать в каком-нибудь отеле. Переживать. Я приблизила максимум камеры. Если тут вот где-то и по веревочке там вот где-то вот эскалера и по веревочке наверх туда поднимаешься по веревочке, ха-ха, нифига себе веревочка.